каждому из нас дается лимит энергии на каждый день. И очень важно, чтобы мы этот лимит расходовали осознанно, используя. Зачастую мы его просто просираем. Иногда у нас нет времени, желания, еще чего-то. Находятся тысячи причин, и этот лимит, он просто как батарейка сходит на нет, так и он исчезает. С каждым днем повторяется все то же самое. На самом деле, людей, которые используют свой лимит по максимуму, очень и очень немного. И если в вашем окружении есть такие люди, которые прям живут по полной, на полную катушку, цените, цепляйтесь за них, потому что они как маячки, как свет, который озаряет нас, и мы вдохновляемся этими людьми. Это большая ценность.